Характер у него непростой. Сладить с ним не всегда удавалось. Отец ставил передо мной высокие цели. Ты никто, пока не заявишь о себе в Европе. Он мало кому доверял в таком юном возрасте. Может быть, не по себе, когда не к кому обратиться. Мы часто переезжали. Могли за год сменить две квартиры. Я видел самую первую его игру. Как он принимает мяч. Какая мощь в движениях его атлетичного тела. Глаза так и горят. Он должен найти свое место в команде. Он еще не звезда, чтобы он там не думал. Что тут скажешь? Игра не задалась. Слишком волновался. Смотрите, как он хорош. Какое хладнокровие для 18-летнего мальчишки. Златан Ибрагимович переходит в амстердамский Аякс. Я сказал Златану: кинешь меня, я кину тебя. Я скучаю по семье и друзьям, по всему, что оставил в Мальме. Стадион большой, 60 тысяч болельщиков на трибунах. И надо доказать, что ты стоишь тех 9 миллионов евро, что за тебя заплатили. Это непросто. Златан. Начало. Фильм Магнуса и Фредерика Гертен. В кинотеатрах с 19 мая.